Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такое утро августа. Я приехал собирать шиповник. Смотрите, видно, нет ли. Птицы летают, коршуны. Ну пусть летают. Свободы им. Вот такое вот место у вишневого ключа. Здесь растет шиповник. Пойдем пособираем. Вот видите, черемуха уже все. Осень приближается. Идемте собирать шиповник. Вот такой шиповник, довольно-таки крупный, но будем собирать. Полезная ягодка, все витамины в нем, а витамины нам нужны. Ну, собираем. Посмотрите, какие кусты. Сколько ягод. Ну надо же. Подхожу. И собираю. Одел вот такие вот перчатки, чтобы не колоться. Сначала собирал без перчаток. Ну из кого? Ну вот, одел. Так что, друзья мои, собирайте в перчатках. Вот тут рядом ключ. Ключ называется вишневый. Недалеко от нашего села. Ну, посмотрите, он полностью пересохший. Дождей у нас нету уже месяц, наверное. Стоит жара. Приехал утром. И все равно жарко. Но будем собирать. Ягодка нужная и полезная. Вот, друзья мои, мои зрители, спустился я в ручей, вишневый ключ, и посмотрите, воды совсем нету, вот чуть-чуть, мокровато только. И вон вот глубокий такой ключ, весной он полноводный, сюда даже рыба заходит. Ну а сейчас вот так вот. Вот такая погода у нас. Жаркое лето 2021. Смотрите, ну нигде. Ничего. Ничего, ничего. Только шиповничек. Все-таки ему воды хватило. Ну ладно, будем собирать шиповник. Вот посмотрите, какая черемуха. Только вроде недавно я ее собирал. И вот она уже такая багряная. Красиво, конечно. Да. Осень не за горами. Совсем-совсем не за горами. А вот березы еще стоят зеленые. Ну, видел я уже
и желтые. Вон вижу хмель. Подойдем сейчас поближе, сниму его. Вот посмотрите, как растет хмель. Лианы. Высоко поднялся. Тут внизу ручей. На том берегу столько шиповника. Сейчас покажу вам с приближением. Вот такие лианы хмеля. А внизу вот все усыпано шиповником. Березка. Такая наша красота. Ну, продолжим собирать шиповник. Вот он, шиповник. Самая полезная ягодка. Что у нас все ягодки полезные. И брусника, и шиповник, и черника. Ну тут он неплохой, крупненький. Будем собирать. Друзья мои, мои зрители, черемуха, посмотрите, она уже засыхает. Вот сейчас ее собирать и сушить не надо. Чуть-чуть, потом через мясорубку пропустить, можно будет пироги делать. А вот, друзья мои, красная смородина. Мелковатая, но вкусненькая, привкусненькая. Вот. Чего только у нас нету. И черемуха, и смородина, и шиповник. Вот так вот у нас. Ну вот, друзья мои, мои зрители, насобирали мы шиповник. Вот такое 5-литровое ведерочко. Ну, можно, конечно, еще собирать. Его много, но жарко. Пекло прямо. Ну, всем пока. Всем мира и добра. Спасибо, что были с нами. Собирали мы шиповник. Берегите себя, мои друзья. Пока-пока. С вами был Владимир. Пока.